Здравствуйте, добрый день. Мы ведем прямой репортаж из дома Жура, ТВ «Шанс». И у нас очень интересная гостья. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, зовут меня Наталья Павлова. Исполняю кавера песен, пока что так. Я думаю, все-таки скоро, в скором времени буду писать свою музыку, свои песни. Но это не скоро еще, я думаю, но все-таки пытаюсь уже, начинаю. Вот. Так, интересно, Наталья, а как давно началась ваша творческая деятельность? Недавно совсем. Где-то, наверное, спустя 2-3 года, наверное, примерно вот так. Ну, в принципе, я просто очень люблю петь, и просто понеслось-поехало, и остановить меня невозможно уже. Это трудно. Это интересно. А исполняете только кавера или свои песни тоже исполняете? Свои песни, они будут, их пока нет, но скоро будут все это пока еще в таком долгом ящике лежит пока, ну, стихи тоже они есть, вот, ну, потихонечку все будет, да, не сразу. Наталья, а скажите, пожалуйста, как вам сегодняшний наш вечер? Ой, потрясающий, замечательный просто. Очень мне нравится здесь у вас. Спасибо. Это замечательно. Скажите, вот у нас наступила весна. Что бы вы пожелали всем нашим сегодняшним гостям, всем, кто сегодня присутствует? Что бы вы сказали? Я желаю всем замечательного, отличного настроения, солнечного света, тепла. И давайте мы с вами будем улыбаться друг другу. Все-таки, если мы улыбаемся, то мы несем позитив, радость, счастье. И все вокруг люди становятся такими же. И, собственно говоря, весна наступила. Давайте мы просто ее встретим радостным настроением, замечательным настроением. Вот как-то так. Спасибо большое, Наталья. Мы поздравляем также вас с началом весны. И желаем вам сегодня отличного выступления. Спасибо. Спасибо вам.